чекане подзорной трубы выехали на берег реки, где зимует большое количество диких уток. Для удобства наблюдений трубу разместили на специальном штативе. Штатив собирается и устанавливается достаточно легко и быстро, после чего останется только прикрепить к трубу. Можно выставить удобную высоту, наклон, положение. Труба быстро крепится на штативе с помощью специального быстросъемного башмака. После этого останется только регулировать высоту управления и точно нацелиться. Рассматривать птиц именно через зрительную трубу, третьи фотографировать. С собой мы взяли также бинокль фирмы S.V. Boni, очень удобный для наблюдений за птицами. Эту подзорную трубу удобно использовать